minha camada? Rosa and Dry! И танец, который мы представим нам сегодня? Танец Color Me Red группы D-Holic. Окей, и что же значит такое Rosa and Dry? Что оно значит вообще? Откуда оно появилось? Господи, четверо, Rosa and Dry, может, как-то можно было бы понять, а так? Мы сидели одним прекрасным вечером все вместе и думали над названием, но мы отдыхали, у нас вокруг было много стаканов и бутылочек, и на одной мы увидели Rosa, на другой Dry, и получилось I have a Rosa, I have a Dry, Rosa and Dry. Ну, видимо, так и делается название, и танцы, и камеры, все у нас именно в таком ключе. Очень-очень классно. Всегда фантазия работает. Да. А что же у вас в руках такое у всех? Странный веерочек, розочка, платочек? Да. Это атрибуты, которыми мы будем выражать свою женственность. Надеюсь, у нас получится. А вот палкой вы будете всех лупить? Это если не получится. Ну что, желаю вам удачи. Спасибо. Приветствуем наших прекрасных женственных девушек! Cover me, cover me.
Громче, громче. Женственный же жест.